Добрый день. Сегодня мы поговорим о том, как сказать на иврите «через». Если речь идет о понятии «сквозь», «поперек», «физическое перемещение», мы используем слово «дерех». Например, «они тас ле Нью-Йорк, дерех Мадрид». «Я лечу в Нью-Йорк через Мадрид». «У них нас дерех Ахалон». «Он вошел через окно». Если речь идет о отрезке времени, по истечении отрезка времени, понятии времени, мы используем слово «беод». Я вам напоминаю, что «од» в иврите – это еще. «Беод» – «через», по истечении какого-то отрезка времени. Например, «они аво беод шаа» – «я приду через час». «Беод шана никне махшев хадаш» – «через год мы купим новый компьютер». Если мы хотим сказать, например, «я работаю через день», в том плане, что день работаю, день не работаю, я скажу на иврите «они овед йом кен йом ло». «Йом кен йом ло» означает «день да, день нет». «Я работаю день да, день нет», «я работаю через день». И израильтяне обычно не ставят никаких знаков препинания в этом случае, то есть будет выглядеть так, как я написал. Если мы хотим сказать «через», в значении, например, «он живет через дорогу», мы воспользуемся словом «меэвер». Например, «угар меэвер ле квиш» – «он живет через дорогу». «Квиш» – это автомагистраль или дорога, по которой ходят автомобили. Еще один пример. «Ани олех лаханут меэвер лаквиш». «Я иду в магазин через дорогу». Если мы хотим сказать, например, «он перепрыгнул через забор», мы используем слово «меаль». «Меаль» означает «над», «сверху над». «Укафац меаля гадер». «Он перепрыгнул через забор». Спасибо за внимание. До следующих встреч.